Центральная городская клиническая больница – одна из крупнейших больниц в городе. За свою полувековую историю здесь прошли лечение десятки тысяч ульяновцев. В разгар новой коронавирусной инфекции больница стала ковид-госпиталем, а ее персонал боролся за жизни ульяновцев. В этом году ЦГКБ празднует свое 53-летие. В честь праздника для медперсонала провели торжественный концерт, где сотрудникам учреждения подарили памятные подарки и поблагодарили за плодотворную работу. Огромное от всей души вам благодарность. И хочу пожелать в дальнейшем, разумеется, вам в первую очередь здоровья, вам и вашим семьям. Здоровья, наверное, в том полном его понимании, и моральное, и физическое здоровье. И, разумеется, профессионализма, вашего профессионального роста. В штате больницы квалифицированные и опытные сотрудники. Ирина Савинова проработала в ЦГКБ долгих 30 лет, из которых 13 – заведующий терапевтическим отделением. Она отметила, что за годы работы больница преобразилась. Появились новые отделения, закупили новое оборудование. Благодаря национальным проектам наша больница получила достаточно много нового современного оборудования, таких как компьютерный томограф, магниторезонансный томограф, новые аппараты современные, УЗИ, аппараты для рентген-диагностики, а также аппаратуру для лабораторно-клинической диагностики. Но самое главное в больнице не оборудование, а медперсонал. В штате учреждения 1600 сотрудников, из них более 200 врачей. Все они профессионально выполняют свой долг и с добротой относятся к своим пациентам. Я практически с 2007 года раз в год или раз в два года постоянно прохожу курс лечения в Центральной клинической больнице города Ульяновска в терапевтическом отделении. И хотел бы отметить, что здесь вот коллектив сплоченный, взаимопонимаемый, профессиональный и, самое главное, человечный. В структуру учреждения входит стационар и 4 поликлиники, обслуживающие взрослое и детское население. В составе стационара 17 параклинических и 18 клинических отделений, где ежегодно получают лечение около 30 тысяч больных. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.